А кто это у меня попрошайка такая, а? А кто так любит у нас оливки? А? Нет, нет, не дам. На, 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 понюхай. У нее какая-то... Она, наверное, в прошлой жизни была итальянкой. Вкусняша? Вкусненько? Ну на. Ну на, на. Смотри. Сейчас я вытащу тебя. Блин, у меня кремом сильно пахнут руки. Она не любит этот запах. Ну на. Ня. Забирай. Оська моя. Вкусняшка. Моё ты холос. О, ну все, ну все. Пока свинюга не покатает. Ешь. Ешь давай. Зачем? К чему эти игры? Сейчас она ее закатит куда-нибудь. Смотри. Это какая вкуснота. Ты мне ее отдаешь? Я уже целую банку съела. Кусей, хватит выделываться. За ней надо проследить, а то она эту оливку куда-нибудь закатит и все. Мои маленькие розовые ушки. Типа бразуля, на тебе, на. Ты вобразуля? Что это значит? Что это значит? Сколько счастья от одной маленькой оливочки. Ваши кошки любят тоже так оливки? Чудачка. Их ворсейшество ковры уже просто сплошным слоем покрыты шерстью. Просто уже неочищаемые. Вот такая вот у меня. У нее просто пост. Она постится. Купила ей сегодня 4 килограмма. Нет, больше корма для стерилизованных кошек от Royal Canin. Любимый ее корм. Так что она у меня обеспечена теперь. Дитя моё холёсие. Дитя моё холёсие, дурочка моя. Дурацко моё. Вот, смотри, кусочек. Вот, вот еще. Ну вот еще, смотри, вот кус. Да вот. О, балда. Ну все. На, вот смотри, глянь. На. Не, вкусненький.